Бля, какой дождичек. Прям мой муд. Привет, ребят, сегодня Сталкер Аномалии Гамма. То есть я играл в Сталкер где-то, знаете, год назад, два назад, да, по-моему, даже не было еще, в принципе, никакой гаммы. Либо же была, просто я в нее не играл. В общем, так или иначе. Сталкер Аномалия Гамма — это мое первое будет такое прохождение полное. То есть с этим я уже где-то вкратце ознакомлен. Я, по-моему, в Редьюкс играл или что-то такое, там что-то вот похожее было. Смотрите, я уже все подумал, то есть будут наемники. Мне вот очень интересно, я за военных, по-моему, пробовал, когда до этого, когда-то начинал играть в какую-то дополнялку для сталкера, вот, за военных, а за наемников это новое. У нас долг, монолит, ну, очевидно, монолит, и военные будут враги. Также еще долг и одиночки. Вот это вот неприятно, да, то, что долг, сталкеры, враги. Ну, что ж. Story мод. Я люблю сюжетку. Азазель — это возрождение там в каком-то рандомном персонаже в мире сталкера. Я не хочу. Survival — это типа у тебя только зомби будут, как я понял. Тоже не хочу. Warfare. Not compatible with story mode. Я хочу story mode, поэтому... Смотрите, iron мода никакого не будет. Я не хочу себя очкорвать. Будет сложность, давайте hard. Давайте вот так вот даже hard. А progression... давайте Skyvenger. Блин, тут дробовика не будет. Постойте, если на сиру... Ну окей, пусть Skyvenger, да. Fire mode — это... Вы не можете сохраняться. Пока вы... А, вы не можете сохраняться не у костра, как я понимаю. Нет, я хочу везде сохраняться, когда захочу. А эгони — это то, что ты пока ранен, не сможешь сохраняться. Я тоже не хочу. В общем, такое будет. Ну, зато я сложность поставил сложную. А, как-то так. MP5 или USP? Ой, UMP. Давайте, смотрите, я возьму MP5. Софокапаюсь, нет, интересно. Ну, еще хлебушек. Что так тогда? Я не знаю. Battery Pack. Наверное, так, да. А это можно, например, убрать маску, еще что-то, бабаклаву? Нет, нельзя. Че, поехали тогда? Я так понимаю, это вообще типа хардкорно, прям еще хардкорнее, чем то, что я до этого играл. Ну, посмотрим. Stay healthy. Римы тоже периодически проходят, то есть не забывайте, да. Опять же, я, наверное, буду стримить, даже если просмотров будет достаточно на этом же видосе, да, то я, может, буду перепроходить, вот, точнее, проходить уже на стриме именно. То есть что-то в плане стрима будет, что-то в плане видео. Так. Темно, пиздец. Уже звуки стрельбы сразу. Welcome, welcome. Так, нас зарегали, да? Фонарик. Как я, извините, могу фонарик? А, я понял, фонарик, он как пушка открывается. Все нормально, да, все настроил. Видите, КПК тоже надо снаряжать. У него тоже тут батарейка есть. Ну, то есть, игра эта жесткая, скажем так. На капслок? Серьезно, у меня планшет на капслок. Ну, это интересно. У нас база такая гламурная, да?
Маркет. Ладно, что скажешь? Peace of Stalker, Asian, Eslan. Looking for an experienced stalker who can lead me. Ну, это experience, это не про меня. Так, any work? Интересно, тут есть какой-то сюжет или просто свободная игра? Yes, I have always... Дюрер Хэнд. Рука Дюрера, серьезно. Слышали легенду о темном сталкере? Еще что-то. Рука Дюрера, это круто, только я не уверен, что потащу. Military Faction Patch 19. Серьезно, 19 вояк убить, а еще что-то можно? Yes, we also will give you coordinates, you kill the target. Free Stalkers. Свободного сталкера убить. Молодца. Ну как так? Ну ладно. Раньше... Бля, музычка. Балдежно, балдежно. И знаете тут что еще есть? Тут, по-моему, есть еще доска квестов, но я так понимаю, что у меня нет доски квестов. Арес. Тасклист, твой Eliminate the Target. Так, это место так уж, ну, опасностями в Батве. А, у нас есть подземный какой-то путь. Затон. Восемь тысяч рублей, серьезно? Как ему не стыдно, 8000 рублей. Смотрите, как пушка прикольно выглядит. Гоу, я сохранюсь. Вот, кстати, карта мира. Вот такая. Не маленький мир, да? Так, ну что, я чуть подразобрался. Гоу тогда вниз. Сейчас только попалял, у меня пистолет какой Глок. Неплохо. Музыка тут охеренная, по радио играет, конечно. Гитара. Я думаю, что гитару не буду с собой таскать. Какая-нибудь работа. Drug Making Kit. Поехали тогда. Сейчас покажу, где моя цель. Сейчас. Такой планшет, конечно, информативный. Вот, короче, моя цель. Получается, надо вот сюда, наверное. Потом вот так бежать. Ну, мы наемники, да что нам делать? Взяли квест на наемное убийство, соответственно. Так, батарейку не будем тратить. Хрена там на улице. Ай, сразу потемнело. В принципе, я тут ничего не нашел, к сожалению. Опа-на. А ну-ка. Я получил твое сообщение, можешь проконтактировать меня. Да, новый контракт доступен. Наши агенты сообщают, что какой-то стрелок опять появился, и я... должен найти его следы. You know? Так. Чего мы такого сыграем? Can you lend me some money? Я могу деньги одолжить вам. А, это сюжетка, парни, это сюжетка. Meet with Griffith. Нет, даже я не могу сказать ничего пока об этом. Очень далеко, кстати.
Новые аномалии заспавнились. Прикольный тут живой чат. То есть вот чистое небо пишет, что... Я какой дождичек. Прям мой мут. Можно идти, кстати, с планшетом. Лол, у меня уже персонаж задыхаться начинает. You too exhausted. Хули я же могу одеть на себя шмотки, лол. Я чё, голый ходил? Опа, на балаклаву, чтоб не узнали. А я-то думаю, чего у меня перегруз? Я просто не оделся. Все, теперь играем. С КПК надо быть осторожнее с фонариком. Они все-таки имеют свойство разряжаться. А, вот. Let's go. Мне интересно стрельбу посмотреть, потому что я помню, что в Сталкере мне очень стрельба нравилась. Вы видели эту прогрузку даже без прогрузочного экрана? А, это не была прогрузка. Все, я понял. Так, это наши парни. Да, походу, это наши парни. А наша цель... А наша цель, вот она, и она движется, лол. Пойдем быстрей. Спрячь игрушку. Да ладно тебе. Ну рассказывай, я весь внимание. Вот кретин, блядь. А, это, по-моему, сталкеры, это не наемники. Хотя бы посмотри, что со сталкерами хорошие отношения. Алло. Молоток. Банхаммер. Может пригодиться. Я буду подбирать все. Потом просто выкину, если я в перегруз пойду. Надеюсь, от меня цель никуда не уйдет. Блять, он пошел куда-то. Вы поняли, типа тут цель прям живая, то есть она прям движется, он куда-то идет, стоит на месте. Ты пушку-то спрячь. Вот и стой. Постоянно звуки стрельбы. Интересно, тут можно как-то бежать? Икс так икс. Brothers help you under attack. Но это где-то далеко, я там не помогу. Bloodsucker Village, я это помню, кстати. Деревня кровососов. Немного радиации, но я тут быстро пробегу. Опа-на. Мне нравятся эти сообщения постоянные из чата. Мы приближаемся к цели. Напоминаю, нам нужен какой-то Лёня. Ой-ой-ой. Найс, играю вообще-то. Если что.
Отлично, у меня автосохранение было на блокпосте. Ты пушку-то спрячь. Да-да-да. В прошлый раз тут лут был. Прикольно, постоянно разные сообщения в чате. То одних атакуют, то других. Интересно, может быть такое, что мою цель кто-то другой убьет? Мир достаточно живой, я так понимаю, что может быть такое. Побежали, побежали. Вот тут немного радиации. Почему я же до этого пробегал нормально? Блин, темно. Так, неразбиваемый ящик. Стреляют тут что-то. Хабар, хабар. О, найс хабар. Блин, я раненый. О, свечку дают им. Тут прям такая анимация продолжительная на аптечке. Опа-на, и чё такое? Груминг кит. Так. Все, фонарь спрятали. Так, гоу, сохранимся. А потому что почему бы и нет, правильно? Потому что мы можем. Может, даже пистолет будет хорошим оружием, все-таки блок. Я так понимаю, это все мои враги. Как к ним подойти? У них такое место хорошее. Доджим, доджим, это я умею. Опа-на, хорошо. Мне патронов-то хватит. Наверное, хватит. Дерьмовое оружие, пистолет-пулемет. Готов. Я имею в виду дерьмовое, то что для коротких дистанций. Ох, ебать. Лята кто-то валяется. Это, наверное, не мой.
Блять. Пиздец, они прям... Они прям стрейфят там, из-за угла стреляют, из-за укрытия. Так, let's go. Блин, там радиация была. А он откуда тут взялся? Они что, вспомнятся по-разному, мобы? Пошел к черту. Все. Это была моя цель. Блин, я радиации прихавал. Чуть-чуть водки отхлебнем. Фига у него там. А как? А вот. Нет, а как переложить? Все нашел. Короче, давай все мне. Алёна стал. Да, это моя цель как раз. Почему нам не радиация? Я живот ебану. Опа. У меня что, патронов нет для дробовика? Так, empty cartridge выкинул. Как он воевать собирался со мной? Видите, ко мне таргет прям сам в руки пришел. А, и теперь надо за наградой возвращаться. Ладно, тут обыщем все. Почему у меня на R не перезаряжается тут? А вот это другую кнопку перезарядка. Да, тут релот на F10. Круто. Релот на F10, красиво. Бля, шарка прям в доме. Кстати, я в одной игре видел такую хрень. Там с двустволки, типа, если нажимал на левклик, ты стрелял с левой. Левого ствола, на right click стрелял с правого. Интересно. Ну тут не так. Выглядят. Смотрите, как рука у персонажа смотрится, как будто в VR. Лоу, канистра с топливом. Взрыва опасная, кстати. Шоколад. Stash found. Да-да, я нашел. Это враги или как? Я так понимаю, что нет. Эй. Не хочет говорить, ну ладно.
Я думаю, мне надо сначала поднатореть. Это что, военный, да? Или зомби? Похож на зомби. Да, зомби. Зомби военный, кстати. Прям как в Скайриме трупы. Да, военные. Санёк таргет. Что скажешь, брат? Здорово. Какая-нибудь работа есть? Хейнмен, ошибка на medical supplies dropped off somewhere resting periodic. Так, какой-то медицинский груз. А, просят меня подобрать. Ну, гул. Знаете, вообще, у меня такой плейстайл. Я типа люблю квестов поподбирать. Даже не обязательно их делать, а просто поподбирать. А... Есть у меня такая черта. Маска не думаю, что нужна. Отпадала, если не возьму. Ля, постой, это кто? В сталкере таких мобов не было. Серьезно выглядят, смотрите. Это кто? Серега Мармот. Это кто, наемники? Или свободовцы? Как прикольно выглядят, кстати. Забавно, что тут экологисты, экологи, как отдельный сайт. Это интересно. Так, о, найду кого-нибудь, поговорю, какой-нибудь квест найду. То мне пока сыкотно куда-то далеко бежать. Я хочу пока лутом разжиться для начала. Ля. Управлением немного путаюсь пока. Чуваки даже проснуться не успели. Broken Radio. Да. Нашли место, конечно, для отдыха. А чё этот значок значит? Мне попить, что ли, надо? В принципе, вот у меня чистая вода есть. Можно попить немного.
Твою мать, кровосос, кстати. Какой-то странный. Таких мобов я не видел. Need a knife. Так вот мой нож. Ничего полезного, жалко. Так, что у нас тут? Я помню, что-то когда-то давно играл, залез сюда, еще в оригинальной игре, и меня типа собаки обложили. Я потом еле отбился. Тут типа до хера псов, потому что бегал. Опа, на лут. Твою мать. Как по лестнице. Так. Сука. А, ну хотя ладно, нормально. Так, аккуратно. Эх, у меня один патрон в дробовике остался. Жаль, тут нет типа уровней прокачки, знаете, я все-таки RPG люблю. И мне нравится видеть вот такой прогресс персонажа. Электро разрядилась. Empty. Пустой шприц. Все, фонарь убрал. Прикольно, какой-то чел говорит, что у него много контрактов нужно сегодня завершить, и зря он типа много набрал контрактов. Действительно, это прям мой почерк. Набрать квесты и потом их не делать. Дайте мне какое-то задание, может я хоть одну еще выполню. Если что, к командиру, с ним беседуй. Ладно. Ой, чищенная вода. Замечательно. И нычка. Командир? Я тебе вряд ли что интересное расскажу. Иди-ка ты лучше с главным. Ну, блин, а? Главный? Вова Бонапарт, Рейджин Сталкер. Anything to sell. Мосин. Да, забавно было бы у него Мосинку выкупить. На, пусть это забирает.
Карты, зачем мне карты, пусть забирает. Шоколадку оставлю. Квест какой-нибудь. Реф-ресивер нужен, чтобы искать. Ладно, что, пойдем первое задание наше сдадим. Бинт, болт пригодится. Тут темно, конечно, везде пиздец, как они тут живут. Опа. Еще и костер разожгли. Здание. Жопы сдан. Мой первый заказ, так сказать. 7750, неплохо. Спасибо. Слухи обо мне идут, я получаю популярность, известность, хорошо. Интересно, сколько у меня в заначке скопилось? Чё-то не пересчитывал давно. Химера Хорн. Еще что-то, Монолит Факшн Патч, еще что-то. Фига у него тут, смотрите, блюда какие. Супчик из псевдособаки. Сейчас бацаю что-нибудь. Неплохо. Зачем он играет на гитаре, если тут и так музыка? Пойдем, тут какой-то квест очень рядом. Так, мне, возможно, нужны патроны. Возможно. Но это все дорого, это десятки тысяч стоит. Десятки тысяч рублей. Могу я, может, 9-19 патрончики заиметь? Да, вот есть 9-19. Пиздец, 30 патронов, 1400 рублей, серьезно? Ну ладно. Пиздец, наглость. Чего? Тут аномалия прям в здании. Ни хрена себе. Много тут этих ребят, нет? Оно меня ваншотнуло, серьезно? Ни хрена себе. Лол. А, нет, есть патроны, вот. Сколько будет стоить? 1375, ну давай. А, это 10 штук. Сволочь. Ну, let's go. Я не знаю, может попробовать куда-то залезть с какой-то высоты стрелять. А ну-ка. Ой, отлично.
Потому что там что-то жесть, какие мобы. Я не потяну. Какая-то химера или что-то такое. Ну, в принципе, с возвышенности, я думаю, что расстреляют там мобов. Правильно, тут же у меня квест. Готов. Блин. Сволочь, блять. Ладно. А, хотя нет, все нормально. Нормально они падают. Блин, там один, походу. Tower Defense какой-то. Там один, походу, в здание сейчас войдет. А, это Химера или кто это? А, глупая Химера не может сюда забраться. На, нахуй. Очень много хп. Это же Химера, да, если я не ошибаюсь? Ой, хорошо. Блин. А, лутол. Прям такая анимация лута. А, тоже давай все. Такие зомбики стрёмные, прям как орки. Рубли. Чисто деньги вырезал. Все отлично. Как раз у меня один патрон остался для дробовика. Да он охренел. Там еще надо что-то делать. Серьезно. А ну можно оружие достать? Прикольно. Почему оно... Блядь. Почему мобы просто ваншотают? Так, где эта шавка? Эта шавка где-то тут ходит. Сука. А, все, изи. Лутал. Готово. Все, могу свою награду заслуженную получить. Да? Let's go на сдачу. Выдохлись, мы выдохлись, но... Пришли. Мне нравится этот минималистичный интерфейс, прям все так видно. Так, что скажешь? Прикольно у него броня такая.
А, работа сделана, 9300. Ну, в принципе, мне нормально так денег дает. See you later. Что ж, как-то так, вот такая первая часть. Хардкорная, играю на хардкорной сложности. Оставляйте, опять же, свои реакции. Пальцы вниз, пальцы вверх. Как вообще вам эта игра?